все ближе и ближе мы к финалу. Что матч грядущий нам готовит? 1/16 финала. Это еще не все ближе и ближе, но тем не менее. Я надеюсь, мы увидим нечто большее, чем просто борьбу за результат. Хочу красивого футбола. Прямо сейчас. Ян. Лукаку. Сердце Челси, диспетчер Челси, Фрэнк Лэмпард, Дидье Драгба. Будет угловой. Перси. Обычно защитников при Джерард. Ну давай. И арбитр назначает угловой. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. На опережение. Момент приема атаковал, успел мяч сыграть, все по правилам. Да. Опять Драгба. Вверх на Перси. Этот перехват — награда за его старания. Легко обыграл, как чучело. И все теперь. Удар не точный, нервы в узел и играть дальше. Мота. Лукаку. Перси. Джерард. Намного ближе вратарь к мячу, чем любой из соперников, конечно, это мяч не Уилша. Мота. Видим мы голкипера в полной красе. Абсолютно канонично. И это Стиви Джи, как говорят его партнеры по команде. Вот это лидер, вот это игрок харизма. Это и мастер, это его широченный шаг, это его могучий удар. Сколько их уже было, и для всей его мячи до единого практически решающих. Про Джерарда даже книжки написали, но мне так кажется, что это не все еще. Прежде всего. Драгба. Вверх на Ламперси. И ногами порой голкипер тоже должен играть. Это футбол все-таки.
передача с фланга. Все правильно. Защитник тут должен был находиться. Очередной корнер. Сабарета. Лукаку. За боковую мяч попал, оттуда же и будет возвращен. Мата. Похоже, атаку трудно будет остановить. И это шанс. Великолепен голкипер. Стандартное положение, стандартная процедура. Угловой удар. И вот он, удар по воротам. Эпизод хорош, но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. По мячу попало по воротам. Как говорил один мудрый человек, дальний от ворот угол. И обратно. Мата. Вот это мы и называем плотностью игры. Сабарета. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Конферсии. Лукаку. Вездесущий Лэмпа. Перси. Отлично выбрал позицию, совершил перехват. И 2-0 после первого тайма. Во втором тайме мы, наверное, увидим с самого начала атаки команды, которые эти атаки и гол, и голы нужны. Нужнее даже, если угодно, я скажу, потому что 45 минут, дабы отыграться, а потом времени уже никто не отпустит. 45 минут у тех и других для того, чтобы реализовать то, что задумалось, и, может быть, до какой-то степени не удалось. Парк. Ну что ж, умение играть не только на ленточке, это тоже составляющая часть игры вратаря. Метнулся вперед и... Пауза в игре после судейского свистка. Ждем решения арбитра. И, конечно, это Стивен же. Ван Перси. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. Алаверды, если угодно. Увидел свободную зону и туда-туда дальше по краю. Спокойно, без нервов, без лишней помпы. Вратарь фиксирует мяч. Перси. Подает штрафную. И где Драгба? Штанга! И... Уилша. Возвращает мяч партнеру. Три. Два. Ян. Перси.
свисток. Офсайд зафиксировал. По-моему, невнимательно просто действовал игрок. Срезался мяч с ноги и ушел за боковую. Джера. Стэн. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Друг с другом вдвоем. Лукаку. Дубровский, атака развивается. Только что отобрал и сразу же вроде бы потерял. Не буду вспоминать лучших мастеров этого дела, просто скажем, сыграно здорово. Лукаку. Переходит мяч в другой команде. Ван Перси. Верхом на Ван Перси. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Ян. И, конечно, это Стивен Джер. Плохая передача, но еще бы ее не перехватить. Игроки в борьбу за мяч довольно жестко получается. По праву сильного забрал мяч. И почему-то никто не встречает. Опасно! И вратарь в этом эпизоде просто хорош. Уилсон. Лукаку. Ну что ж, капитанской повязки потрясает игрок, забивший гол. Вот, конечно, лучками вывелся. Ее так просто радуется. Красавец, красавец, капитан этой команды. Носит повязку по праву. Стиви Джи. Некое подобие стенки. Образцовый отбор, показал игрок. Мата. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Чтобы поймать этот мяч, наверное, он чуть-чуть выйти вперед. Трибуна во все гонит хозяев вперед. Еще бы. Они же знают, как важно сейчас, именно сейчас, команде забить гол. А вот удар. Мяч в сетке. Ничья. Ничья. А удача любит того, кто ее любит, кто ее добивается. И вот после многочисленных атак, после многих усилий, все-таки счет равняет команде удалось. Не сдались. Хотя бы ничья. И это тоже какая бы подмога. И все-таки они сравняли счет вот этим голом. И как, наверное, им сейчас хотелось бы еще несколько минут игры, чтобы быть в игре. Лукаку. 90 минут игры подошли к концу. Будет дополнительное время. Thank you.
выглядят усталыми, а какими им еще выглядит после 90 минут равного боя. Есть у меня ощущение, что может быть гол. И вот он удар по воротам. Не удалось забить, и выйти вперед тоже не удалось. Конечно, даром никто мяч не уступит. Это очень удар! Придется еще ему стараться. Как-то очень внешне легко мяч забрал. Да, поставил корпус, правильная позиция, все хорошо. Кульминация, правда? Предупреждение строгое и последнее. Хороший пас. Порой действия в обороне могут вызвать чисто эстетическое удовольствие, как вот в этом случае. Великолепный был момент, но счет остается равным. А вот сейчас надо было попасть. Во что бы то ни стало, нужно было забить этот мяч. Но нет. Мы даже видим вот в таком варианте, когда игрок с мячом устал. Вот как раз тот самый. Когда делается пас вратарю, это значит, игрок не видит варианта развития атаки. Не факт, что такие варианты существуют. Не отдает яркий мяч.
дернул мышцы. Это 3 недели, если что. Сабалета. Перси. И вот свободным мяч остается на какое-то время. Лукаку. Сабалета. Будут пенальти. Знаете, какой-то железобетонной уверенности я у игрока не вижу. Очень уверенный исполнил 11-метровый удар и забил. А что будет? Правда, вот эта проблема? Это нет. Конечно, с точки зрения забивания гвоздей, это несложно. Он очень длинный аспект и забивает его. Тянулся правильно, да, тянулся и уже почти поймал этот мяч. Но все-таки плотный был удар, поэтому так уж просто, не просто было. И уже по разбегу было видно, что-то здесь не так. И в итоге пенальти не забит, мяч уходит мимо ворот. И уже редко, чтобы совсем где-то перекладина, да, но попадает мяч в верхний угол, и это гол. Я хочу сказать, что каждый гол Дидье Дрогба, даже если он с метра забит или с 35, он наполнен такой животной, дикой, если угодно, силой, что соперник боится в равной степени и Дрогба, и мяч, летящий в ворот. Я все время тоже об этом думаю, только...